Третий помост. Кулаков Иван. Россия. На этих кадрах рязанец Иван Кулаков только начал свое выступление на чемпионате мира по гиревому спорту. Это так называемый длинный цикл. В руках спортсменов две гири весом 32 килограмма. Их задача сделать как можно больше подъемов за отведенные 10 минут. Соперники были по моей же команде из России. Конкуренцию составили мне из Курганской области Самочернов Иван. Он обошел его всего лишь на 5 подъемов. Он, получается, 87 сделал, я 92. Борьба была упорная, пришлось бороться, терпеть до конца. Теперь заветная медаль чемпиона мира по гиревому спорту красуется у Ивана на груди. В свои 22 года спортсмен завоевал уже третью такую, если считать большой коллекции соревнований Европы и России. Чтобы достичь такого результата, спортсмен занимается 6 раз в неделю. 3 дня гири, 3 дня беговые упражнения. За отведенные 10 минут на чемпионате нужно показать максимум того, на что ты способен. В это время контролируешь дыхание, в первую очередь, если собьется дыхание, то будет тяжелее. Контролируешь дыхание, время смотришь, как бы перед тобой табло, счет. Много мыслей, конечно, стараешься отогнать плохие мысли в плане того, чтобы поставить там, потому что тяжело, трудно. 10 минут – это не маленькое время. Все равно настраиваешься, чтобы 10 минут, независимо какой результат. Главное – 10 минут работы и ни в коем случае не поставить гири. Иван преподает физическую культуру и спорт в ВУЗе. Также он тренер в секции гиревого спорта. С таким наставником ребята добились определенного успеха. Спортсмены завоевали медали на чемпионате области. Теперь и члены секции, и сам тренер готовятся к предстоящим соревнованиям. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».